Приветствую всех на канале «Разносторонние интересы». Сегодня у нас 29 января. Пришел я на пасеку. Стоит она возле дома у меня тут. Зашел посмотреть, что делается в ульях. В основном это этот меня интересовал. То, что тут пчелы с осени растили расплод. И, как ведомо, ростится расплод. В мороз пчелы сегодня сходят, а корма при этом потребляют. Так что я не хотел сюда то лазить, особенно в холод сейчас, наверное, минус один, так, ноль. Короче, не мороз, не тепло, но подошел я, послушал леток ухом, прислонил. Пчела одна, вторая, слышно так, бзик-бзик, и когда постучал, слышно шелест. Не сильный. Обычно стукнешь, так хорошо загудуть, а то шелест именно. Видно, что пчелы все-таки на расплоде сидят, и голод у них уже начался. Открыл я уже улей сверху, так, утепление снял, подготовил я. Будем рамку ложить. Подготовил такую вот рамку с пропавших пчел в этом году, что пропали. Рамка полномедная, где не запечатано, видно, вон сироп есть, и с этой стороны. Будем ложить мы эту рамочку на планки, прямо на рамке. Здесь у меня потолочины лежат на улье. Там пространство такое получается, сантиметр. И буду я эту рамку ложить, чтобы не плотно на рамках, чтобы проходы были. Буду ложить ее на планки, так вот, на рамках. На планки положу плашмя и сверху укроем пленкой, вот так подготовим. С теплицы торцевую вырезал, так как там старая пленка уже начала трескаться, все равно менять надо с торцов, там тонкая пленка 0,8, я вырезал пару один кусок вырезал, чтобы накрыть рамку этой пленкой. То, что передают на днях мороза до 8-11, обратно возвращаются мороза, хотя было 4 дня назад плюс 7 доходило днем, так как назад вернутся мороза. Эта семья, думаю, сразу и лахнет. То, что сидят они сверху, все чисто. Видно, вот для подкормки отверстия. Тут пчелы. Подготовил адемар. Это не тех пчел, что показывают все по интернету. Бахвостов, что открыешь зимой, они сидят все. Даже не реагируют. А это наши, можно сказать, почти местные. Ну, это тут получается с бахвостом помесь. Открыем мы потолочины. У нас тут гнездо получается 20-й год, 9 рамок вот. И если взять на ширину, как раз рамка целая ляжет тут эта вся на пространство гнезда. Где не гнезда, а пространство рамок, количество. 9 рамок тут, и если взять ширину вот рамки нашу, я вот замираю. Вот ширина рамки планкой. И смотрим, тут вот отмечены у меня вот 20-й год. 9 штук рамок. Вот 20-й год, 9 рамок. Как раз ложится. Отсюда до сюда, до пальца. Будем снимать потолочины тогда. Как-то нам снять так. Короче, вот отсюда будем. И эту придется снимать, наверное. Может, чуть-чуть бок сдвину, чтобы не снимать одну с доски. Так, ладно, будем загонять пчел. Так как огород не бахвас, что будет сидеть спокойно, глядя, как им зимой гнездо открывает. Обычно, когда открываю их зимой, да, подкармливаю банкой какой сиропом, то все гнездо. Конденсат! Бляха! Конденсат дымара капает. Не очень хорошо. Все пчелы сверху. Видно. О, уже одна вылетела. Хорошо, я маску одел. Руки руками. За глаз, если цопнет, так неохота. Так, согнал. Одна уже полетела куда-то. Сразу замерзает холодным. Ну да, кормов не видно сверху.
открываем. Куда, куда мы денемся, приходится открывать или среди зимы. Можно, конечно, банкой какой подкормить было, но жидкого неохота им давать. Ой. Все чисто сверху пчелы сидят. Можно было, конечно, и не трогать, наверное, но спереди корма ноль. Кзаду пошли. Но я не знаю, есть их расплод или нет у пчел самих. Видно его. Если видно, пустые сверху соты. Кзаду есть запечатанные. Сюда клуб троху сдвинусь. Но все равно, можно сказать, почти корма не имеется их. Почти нет. Так. Камеру не буду трогать руками, потому что долго получится это дело у нас. По-быстрому сейчас открываю, кидаю и закрываю. Сразу стали замерзать пчелы. Рамку я немного перевернул. Видно, позамерзали. Морозик мало взялся. Ну ничего. Пожертвуем 3 пчелами. Спасем 7 целые. Так. А конечно, сюда вот видно клуб. Сидит ко мне более. Но с этой стороны меда поменьше. Я его подропал так. А с этой побольше. А кто положить нам, чтоб их перемешать? Ладно, ложим. Продавил пчелу, слышно. Сдвигаем сюда планочку, чтоб было пространство. И сдвигаем еще рамку сюда саму. К этой стороне. Получается у нас сюда рамки стоят. И здесь вот перегородка уже видно. Все. Закрываем все это дело. Не будем пчел наших морозить. Бляха, как-то его закрыть хорошо. Немного, конечно, гнездо хорошо охладилось. Оставлю тут такую вот щелину, чтобы наверх могли ходить, когда сот согреется.
и два слоя пленка 0,8. Два слоя пленочка. Сейчас аккуратно углы позаправляю кругом. Все. Все, закрыл нормально, получается, ставил вот проход, видно щелина тут полз рамочку, можно сейчас сдвинуть чуть-чуть, чтобы больше проходик был. Под пленкой видно проход наверх на рамку, здесь я положил поперек такие по рамке, три штуки, и накрыл потолочинами, чтобы не прижимала пленку с этой стороны, с этой вот. Тут сидит клуб у нас весь. Если так вот смотреть, к правой стороне сюда клуб весь, а сюда меньше было пчел. И клуб, гляжу, распался, пополз троху назад туда. Там мед есть, ну, я не знаю, их расплод они растили. Скорее всего, что и сейчас будет расплод. То, что вы видели тут сверху, соты прямо выгрызены, и они сидят сюда, к переду все. Здесь будет расплод, так что, если бы мы им не положили эту рамку, и вот сейчас с возвратом морозов, сейчас мороза возвращаются. Мороза возвращаются не маленькие, до 10 градусов, до 11, даже до 14 глядел. Из-за этих морозов, из-за того, что расплод, я думаю, наша семейка бы уже навряд ли перезимовала. Сейчас все дело это я закрыю подушками. Это малые подушки две раньше со сторон утеплял. Вот большая. Эту большую наверх. И малыми укреплю по бокам еще. Ну и тут подкрою чем-нибудь утеплением. Короче, утеплим эту семью. Ничего, что для этого стресс немного был. Пошевелил гнездо все, при том, что оно будет расплодом, скорее всего. Но пчел много, жалко было бы, если они пропали. Ладно, эти, что вот я показывал, пропали. Да те там по 500 этих, по пол-литра, по 700 миллилитров пчел. А тут гнездо на 9 рамок, вы видели, пчел полно сидит. И если они с расплода в этот мороз не пойдут назад, это, скорее всего, не пошли бы на расплод, стиснулись, то пропали. А так уже рамка сверху, уже с этой рамки будут корм брать. Хотя эта рамка и холодная, с улицы сулья вот с этого достал. Но все равно разогреется потиху, стабилизируется все, и будут живые пчелы у нас. На этом я буду заканчивать. Кому было полезно видео, ставьте лайки, комментарии пишите. Ну, и подписывайтесь на канал, новички. Видно, вот пчелы немного позамерзали, попадали. Ну, немного слетело, штук, наверное. Хай, 5-6 пчел слетело, и все, вот валяется. Вон, вон, вон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, хай с десяток пчел. А, видно, корма не хватало у них, так они вылазили на днях, вот когда было плюс 7, после 20 градусных морозов, было плюс 7, буквально 4 дня назад, то вылазили они отсюда, пытались куда-то лететь зачем-то. Было можно тогда, конечно, эту рамку положить. Я думаю, может, тепло будет, так они вот, видите, взад пошли.
по сторонам уже к той стенке видно, что обсиживать по новой сот начали перебегать, то это было бы тепло, так они бы то нашли корм себе. А если вернуться сейчас обратно, мороза 10-градусные, 10-12, гляжу, по Беларуси, находимся мы на юге Беларуси, то скорее всего, чтобы они пропали, эти пчелы, не сойдя с расплода. А так уже рамка сверху полномедная, уже корм у них надолго этот будет. Было можно даже пару дырок в центре сделать, чтобы наверх вылазили на саму рамку под подушку. Ну, ничего. Дай бог перезимуюсь уже. Была такая практика у меня в этом вот улье, бакфасты были. Положил я ту рамку наверх зимой. И так она до весны лежала до стабильного тепла. Аж всю чисто сгрызли эту рамку и мед. А потом еще весной мед начали вложить, я уже сил. Ладно, заканчиваю я на этом. Всем удачи в зимовке и просто так по жизни. Всем удачи, до свидания.